Салбыкский курган – это захоронение вождя, который жил в первом тысячелетии до нашей эры. Предположительно, это тагарский вождь, относит тагарскую культуру к скифо-сибирскому звериному стилю. В центре было само захоронение вождя, и через дромос дополнительно подхоронили родственников. Но предполагают, что здесь же, около кургана, были захоронены вот просто люди посторонние, как бы молодой человек, видимо, как в жертву его принесли. И там внутри тоже было два слуги, предположительно, тоже. Один лежал на спине, второй как бы на животе. И рядом лежал нож, но это одна из версий. Ну, а теперь давайте пройдем. А когда его вскрыли, то есть когда его это... Вскрыли, это был... Или разграблен он был вначале? Разграблен он был несколько раз. Несколько раз? Несколько раз. И предположительно, возможно, в карасукское время, возможно, я уже говорила, при Петре Первом разграбили. Ну, а раскопки производил археолог Киселев, это... То есть это Салбыкский курган, который был построен в 3 веке до нашей эры. Раскопки производил в 54-56 году археолог Сергей Владимирович Киселев. Что было обнаружено в этом кургане? То есть в центре было захоронение вождя. И обрамляли курган вот эти каменные плиты. Вес их от 30 до 72 тонн, самый большой каменный блок, вес камня. Это вот он, с краю у нас, можно посмотреть, вот там надписи уже. Ну, там как раз есть надписи на разных языках, есть тамги. Сегодня просто плохое освещение, плохо видно, что там написано. Но там есть тамги, предположительно, и кыргызские знаки, есть знаки и... иранские, то есть в разных народов, персидские, да. Возможно, сюда приезжали попрощаться со своим вождем представители разных народов. Представители народов разных народов, да? Да. Герой, он небольшой.
Сначала. Отсюда, оттуда, с той стороны хорошо видно, а здесь не видно ее. Да. А вот когда, значит, день солнцестояния летом и день зимнего солнцестояния, вот на этой горе проводили наши предки, большой обычай. Сейчас. Это вот дальняя гора или вот ближняя? Вот это вот ближняя, которая как столб. Красная, да, вот это? Да, да, Хызылгая. Хызылгая, вот там проводили. И теперь там вот музей находится в Усусе, и тоже очень даже придерживаются обрядам и предков, и здесь тоже поклоняются солнцу. Несколько раз тут участвовали, здесь проводили, встречали солнце. Ну, солнцепоклонники, да, получается? Мы солнцепоклонники, да. Солнцепоклонники. Ну, это же как бы слово гун тоже же гунь. Гунь, я оттуда произошла. Потому что у нас это есть диалектное в Беломяре живут. У нас вообще всякое слово начинается с глухой согласной. А вот они наоборот. Со звонкой согласны. Они, и они вот гунь будут говорить, а мы кунь скажем. Они, мы скажем пазы, они скажут баша. Бизде, как ну, бы. Да, да, вот они быкают, шикают. В общем, звонкие согласны у них впереди. А по закону нашего языка, получается, не должны вначале стоять твердые согласные. Правильно. Как твердые согласные. А в диалектах это есть. Ярко выражено есть. С левой стороны вот эта гора Сундук, как называют, а с правой стороны как раз там есть солнечные часы, которым больше 3000 лет. Они показывают до сих пор очень точное время. И у нас вообще шикарная получается возможность убедиться. Мы туда приходим в день солнцестояния 22 июня. И ждем. Солнечные часы находятся в нише, и ждем 12 часов. То есть сейчас мы живем, если сейчас взять, мы еще на час вперед стали жить, россияне, да? Мы на 2 часа 22 минуты вперед живем солнечного. Вот там, например, 12 часов именно показывает, есть определенная тень показывает, потому что в нише камни, и эти камни дают тень на 12. Вот поэтому ориентируемся, когда 12 часов наступает, и засекаешь, ага, обращается с нами. В правительстве нет у меня ни одного хакаса. Нигде нету. Там нет, совсем все, все было, убрали. Нет, было там из того, что 11% хакаса, вот 1% осталось должно сидеть. Вот Лебедь первое время, когда был, он тоже хакасов стал принимать, все нормально вроде бы, хакас язык стал изучать. Общий, а потом говорит, а нечего хакасам, нужно корон, хвосты, кто будет крутить нас, типа того, что все, вы должны в селе работать. И все. Тоже отошел от хакасов. Якобы вот хакасы такие сякие. Ну, в каждом народе есть такие сякие. Мы не отрицаем, что хакасы такие сякие есть. Но и что мы только, весь народ нельзя так говорить. Любой национальности. Короче, дорожка закрыта. Учились и остались там. Или уехали в другие города, они все сделали себе карьеру. Здесь, кто к нас, никто карьеру себе не сделал. Не смогли, не не дали, не дали. Не смогли, не дали. Может, не, вам но, не дают. Не дали. Не дали. Не дали. И вынуждены были выехать. Вот теперь у нас хакасы, вот очень много хакасов сейчас. В Новосибирске, в Москве, в Ленинграде очень много. Общий. Шретом. Тарты надо. Размечный. Алгыш. Вы говорите алгыш. Алгыш, правильно? Да. Спасибо большое.